Здравствуйте, подписчики, друзья. Ну вот корнишам уже сколько получается? 4 дня. Вот такие вот шустрые, неугомонные. Едят, как бройлеры. Едят очень хорошо. И уже набирают. Прям уже берешь в руку, чувствуется, что цыпленок мясной породы. Плотный, сбитый. Так, раствор еще пока пьют, завтра будет крайний день. Начну давать им витаминки. Витаминки. Ну вот так кушают. Раз на 6 приходится подсыпать. Ну я по чуть-чуть, конечно, но вот тут крышечку сыплю. Вот. Когда начну давать витаминки после пятого дня, обычно я начинаю давать им вареную гречку и творог. Это просто бомба. Они обожают эту еду. Особенно гречку, конечно, это вообще просто трясутся за ней.